Первый турецкий беспилотник «Байрактар ТБ-2», успешно завершив 300 тысяч летных часов, побил рекорд. Информацию об этом распространила компания «Байкар». В настоящее время на вооружении армий Турции, Украины, Катара и Азербайджана находятся 160 беспилотников «Байрактар ТБ-2». В сообщении компании отмечается, что «Байрактар ТБ-2» сыграли важную роль в освобождении от 30-летней оккупации Карабахского региона. Азербайджан 27 сентября 2020 года начал контрнаступательную операцию для освобождения Нагорного Карабаха, находившегося под оккупацией Армении. «Байрактар ТБ-2» использовались азербайджанской армией по всему фронту. Согласно исследованиям военных экспертов, «Байрактар ТБ-2» уничтожили принадлежащие армянской армии системы противовоздушной обороны, радары, танки, бронетехнику, грузовики, бронетранспортеры, фортификационные сооружения. Мировые СМИ и эксперты отметили, что турецкие беспилотные летательные аппараты стали силой, которая изменит военную историю.